Как же болит башка. Hello and welcome back to Atomic Heart. I have gold X now. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров сломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен Виктор быть Петров. Найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. All right, we're in it. Get out of here, chicken! Whoops. Those magazines? Those look like mags. Ooh, it's a dead sum. All right. Opa! You fight these guys. How about you fight me a bit? You an enemy? Yes! Mustache robots are the enemy! Сука! Is that my boy? Did he go down? Blit! Get out of here, Mr. Pigums! Interesting. Oh man. We're gonna get BioShock and Stalker? What? The hell? Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? What in the hell? Главный инженер сети коллектива 2.0 был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительную работу в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать? Okay. В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Hello. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвали ты! Don't put me in the poop! Пошел нахер, сука! Not today! I'm not dying by a robot with a mustache! Бабушка. Чуть ты рот разъявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Thank you, бабушка. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. A house of madness. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. О, Баба Зина! Опа! Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? You got a Tokarev? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Под нами есть комплекс. Yes. Спустишься туда, там я уже найдешь. Yes. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду.
I got you. Там вроде безопасно. Твою мать, пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? 30 seconds what? До полного пиздеца, блядь, сынуля! I don't want that! Oh, I don't want that! Get over here, beefcake! Давай, 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 давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Ну-ка, бери этот ключик, крути вправо! Сука, вправо! Do it, do it! Я их пока задержу. Oh my god. Ты при арсенале, блин. Damn. Get him, бабушка. Get him, бабушка. Yeah, baby. Fuck him up, grandma. Let's go. Let me get the rocket. А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. Oh yeah, you're hit him hard, baby. Yeah. Oh, that's not good. Holy shit. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh. Oh, 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 oh my god! Oh Jesus! Oh Lord have mercy! Wow! Psh! Сука! I wasn't even scared at all. Just another day in the zone, baby. Вот вляпался, блять. This is a main character I can get behind. Holy sweet tap dancing, Jesus. I'd like that. There we go. What the fuck have I gotten myself into? That's such a great first objective. Oi, suka! Guess what? You're done. You're done! Wow, this is wild. Oh, poke at the watch. What does that do? Ah, Valve, yes. Now I can play Half-Life. Boy, we sure went. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь. Gee, you think? Лучше. I got you, fam. This is how we get into the metro. Oh. Damn, boy. Oh, that's not good. No, 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 no! No! Опа! Oh. Oh, it's a KS-23. Oh, what? Oh, they're just gonna give us a big fat-ass 4-gauge shotgun right off the bat? Oh, hell yeah. T for torch? F? Oh man, they're just gonna hook it up with the KS-23 right off the bat. Oh, opa. Oh, I feel bad for anyone who gets in my way. Oh, nice. What they got? Hey, it's my show! Oh, I've seen this episode. Is this the choir episode? It is the choir episode. I want to watch the show. Oh,
But which one is the rabbit he's chasing? It doesn't know, because he is lay about the wolf. Сука. Oh, yes. That's weird. I was like watching this episode like a week and a half ago. He gets so mad. He gets so frustrated. И восстали машины из пепла. Опа. What is this? Enemy plus press left shift to dodge. Oh, what are you gonna do? Nothing. Oh! He just... Boom! Okay. Мне надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките его. Collecting resources and mass. Hold F. Oh, that's phenomenal. Для экстренного восстановления повреждений. Oh, that's the best. Майор будет нередко собирать ресурсы, встречающиеся на пути. That is a quality of life improvement, boys. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Mm-hmm. Чудеса науки. I think the KSG can have four shots. I think it's a 4-tube magazine. Wow, that's phenomenal. Okay, how do I heal myself though? X? Or is that a grenade? Oh. Opa. Can I turn these on? No. God, look at that shotgun. That's so cool. Loser. Okay. Подкрадитесь к нему сзади. И проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. How unfortunate for товарищ роботка. Сука! Stolen your life. Wow, that mass loot thing is amazing. Holy crap. This is so good already. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Wait, what does that say? You got sick Russian prison tattoo, man. The hell is that? I'm sorry, товарищ. Wait a second. No. Wow. Man. This is good. I haven't, Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Перчатка? Yeah. Класс, товарищ майор. It feels like I'm stepping как вообще into Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Like I was saying, it feels like, Ooh, Dark Souls, baby. Oh, yeah.
Oh, то есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. За этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Alright, I think that's capacity. But it might be 4 plus 1 in the chamber. Oh, take a little look, skis here. Oh, this game is so beautiful. Oh wait, those are shotgun shells, right? So... Okay, yeah, it's 4. Oh, didn't mean to do that. I pressed X like a fool. Yeah, the KSG is sweet. Or, not KSG, the KS-23. How do I rotate? I already infiltrated this so good. That's my boy, that's my boy. Hold up. Did he see me? He did, didn't he? God! Oh, come on, man. Who you think, Pally? The Thunderdome, punk. I don't care. Ooh, let's go, baby. Yeah, that's right. You effed with the wrong guy. I'm not your Tavarish punk. That hold loot is just amazing. Ah, what's this? Как советский ученый, я всегда считал, что атеист. May God have mercy. Это поможет нам всем Бог. Guess what? Бау! Бау! Внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился. Ваня! Ваня! Yes. Nazi bad. Who's that supposed to be? Your bad man. Fuck you. Oh, look at this shotgun. I'm dorking out. I'm gun dorking out right now. I want the shotgun in real life so bad. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит... что-то не так. Твою мать! Holy shit! Oh my God! Солдат, очнись. Супер, еще ты как? В норме. I'm fine. Сколько пальцев видишь? Four. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности.
Зажим! Зажим, зажим, зажим! Ага, 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 давай, давай, давай! Это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то вовремя. Что ты сделал? Много вопросов задаешь. О, щит! Брегись! What the hell? О, where's my gun? Where's my gun? No, 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 no. О, сука! Охренеть, надо избегать луча. How about bye? Oh, I'm lagging. Oh my god. Oh, I thought we crashed. Smoked. Smoke, baby. Smoke. Let's go. Опа! Подвигалась железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень определенную структуру. Ладно, с этим разберемся. There we go, baby. It's kind of crazy, though, the KS-23, I'm probably calling it wrong right now. I could have swore it used big brass shells instead of the plastic ones. Это что за монстр в двери? Well, he said, what's with this monstrous thing on the door? Давай быстрее, время уходит. Wait, what? Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Oh, good God. Did I mess it up? I did. Okay. Dude, I suck at this. Oh, dude, I suck at this. No. Okay, okay, okay. Let's one more time. One more time. One more time. What the hell? It's got like a weird skip. It's been a long day. Oh, dude. Okay, that's what it was. Every time I hit it, it flips and goes the opposite way. Получилось. Yeah, it worked. Failed like 5 times. But hey, you know what they say, right? Losing a battle is the best way to learn. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. О, ну. No,
this isn't sexy. No, 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 no. No, 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 no. Не позволяйте связать вам руки. Да я пытаюсь. О, ну, 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 ну. Отнесите меня к ее сенсор-манипулятору, скорее! А, как волнительно. Непокорная. Ну, 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 ну. This isn't hot. Сейчас. This isn't hot. Только бы добраться до тебя. О, обожаю ванчу. Я все горю. Ниже, я не дотягиваюсь. Сейчас, стараюсь, сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? What the hell? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Oh my god. What does that do? Please, discharge me with the electric damage. Sweet Jesus. Опа. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь. That is the case, 23. Let's go, baby. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я crushing открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Damn, look at that animation, it's cool. Зайдите в надлежащее окно мое. Стол. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность. Топором лишь аванс. So now it's a... Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. Тогда однажды мы с тобой устроим настоящее. You should be a sexy robot. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Ну, на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоей силы. Моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Опа. All right. Well, it's a good stopping point. As usual, thank you for watching, and I will catch you in the next episode. Peace.